Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп, и видеообзор зонта для рыбалки от компании Бушидо 253 со шторкой по периметру и окно. Сейчас посмотрим, как этот зонт у нас собирается и что у него идет в комплектации. Итак, там зонт, шторка. И в комплектации вертыши, и в комплектации колышки и оттяжки для данного зонта. Вот такой получается зонт. И также в комплектации у нас идет, можно сказать, дверь с окном, которая сверху у нас получается фиксируется. На липучке. Дверь фиксируется у нас на молнии, вот сверху идет липучка. При необходимости дверь поднимается наверх. По периметру есть петли для колышков для пристреливания к земле. Внутри у нас здесь стойка крепится на барашек. Есть возможность регулировки угла наклона. Вот. И собирается, соответственно, он нажатием кнопки. Достаточно просто. Вот такой вот зонт. Вот такой вот зонт для рыбалки от компании Бушидо. Сейчас размеры немножко замеряем. Внутренний размер зонта получается в разложенном состоянии 1,90 м, высота приблизительно 1,40 м. В сложенном состоянии зонт. В сложенном состоянии зонт длиной 130 сантиметров. Понравился зонт, можете заказывать у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.